Так, ну что, ребят, всем привет, я говорю по поводу ИПЛА, соответственно, интересный подкастец я записал в Телеграм-канале по поводу того, почему у меня канал будет медленнее расти, чем у самых бездарных экспертов, да, ну, на самом деле, объяснение очень простое, потому что я говорю как есть, а многие люди это слышать не готовы. Ну, и лишь осознанная, адекватная аудитория, коих меньшинство, да, вот, и те, которые реалистичную позицию, суровый реализм поддерживают, да, не обязательно там по Амирану Сардарову, а просто по жизни, да, то есть, ну, адекватная сами по себе, понимают, что, ну, халявы нету, да, и то, что, ну, жизнь может ударить и так, что мало не покажется. Вот, поэтому, ну, я был в различного рода депрессиях, но суть не об этом, просто люди не догоняют, что Заработать на крипте много ума не надо. Но самое сложное для них это ждать. Потому что у них шило в жопе, блядь. Они хотят все здесь, у сейчас. Ну ладно, если это еще женщина, я могу понять. Так что для меня стало открытием просто, что женщины на крипторынке куда терпеливее, чем мужики. Знаете почему? Потому что, ну как бы, женщины готовы терпеть вынос мозга от их детей там и прочее, прочее, да. Ну не то, что терпеть, да, у них уже, ну настолько бронебойная вот эта скажем так, холоднокровие, что им абсолютно насрать. Да, бывают, конечно же, те, кто эмоционально реагирует и там паникуют, но в целом, в целом, как я наблюдал, ну, как бы женский пол очень легко переносит вот эти все просадки и тупо ждать. То есть они все эти цели и с холодным рассудком они как бы все делают, понимаете, и вообще без доли каких-то эмоций. А все почему? Потому что, как я говорил, что ну, в любом случае а, женщины более стрессоустойчивые, да, потому что они рожают детей, они воспитывают детей, там, они, ну, сталкиваются с различного рода, а, там, в том числе, кидаловым а, по жизни, ну, в плане, там, мужиков и так далее, но суть не про это, я к чему говорю это? К тому, что люди не догоняют, что тот же XRP, допустим, он стоит в накоплении, да, и они не хотят ждать, вот тут здесь стоял XRP 8 месяцев, говорили, да, это параша! Нахуй ты ее советуешь, что это говно? 5 иксов дол, бля, Сань, ты был прав. Ну угадал. Угадал. Ага, ну да. Ну, типа, если ты прав, то ты угадал. А если не прав, то ты не шаешь. Ну то есть логика железная, да? вот, по поводу самого XRP теперь перейдем, почему цена XRP, если он обрабатывает, ну вот цена XRP если обрабатывает 10% от SWIFT ну и популярная фигура Амели какая-то прогнозирует резкий скачок и в принципе говорит SWIFT недостаточно быстро если он заменит SWIFT, то повысит типа 1000 долларов, вот, ну и SWIFT это 3-5 рабочих дней, а XRP это 4 секунды трансграничных платежей, ну и после этого 10% от сети это 1000 долларов, ну по поводу 1000 долларов это пока что влажные фантазийки, да но потом сможет ли заменить, я думаю, что сможет. Почему? Потому что, вы понимаете, ну, а Grayscale охарактеризовал XRP как альтернативу свифту, ну, и тот же Grayscale, он и не продавал, скорее всего, свои XRP и Stellar, да, он продолжал их накапливать, пока большинство просто сало и не закупало. Вот, XRP Healthcare, как видите, выше этого уровня не пошел, но это было вполне... Ожидаемо, если глянуть тот же XRP, то цена удерживается, то есть в принципе все отлично, но на локальном хае я бы не покупал. Ну, вот Stellar, я считаю, можно добирать еще, потому что он ушел в некий боковик. Но XRP сильно помпанул прям, да. Поэтому тут под вопросиком. Если по поводу доминации, то мы видим, что доминация у нас снижается. Если глянуть, допустим, тот же там Сологеник, да, Сологеник у нас постепенно стартует. Ну, купить еще можно. Санберг то же самое. Flare получается где-то примерно так же. Если по поводу там взять остальных монет, давайте глянем. XDC тот же самый плюс-минус на месте. Можно брать Polkadot. можно брать Кузама, можно брать. Chainlink тот же самый, давайте глянем, тоже можно еще взять. Салану я бы не брал бы, уже, уже, поздно. Ашбак тот же самый, можно ли взять? Можно. Вот, по поводу Йоты, то же самое. Сильно недооцененная монета, я считаю. Вот йота реально очень недооцененная. Многие, конечно, с нее ржут, там хают ее и рассказывают, что типа то нахер надо ее покупать. Но по факту монета может пиздануть очень сильно. Да, и она, получается, в 2017 году показывала здесь где-то сколько иксов? Где-то, ну, 25, может быть, 30 иксов. В прошлом цикле она показывала тоже примерно нечто подобное. В этом цикле, я думаю, она покажет даже больше и может даже сделать перехай. То есть, вернувшись вот сюда, то есть, примерно, если она покажет такую же динамику, то мы увидим йоту минимум по 4 доллара. Но если сходит сюда, то это иксов 40, а и 50, может быть, поэтому йота сильно недооценена, по поводу алгоренда тоже монета, цена входа у фондов на преселе была вообще там что-то 2,4 доллара, то есть это пик цены, который был в 2021 году и в целом данная монета может пиздануть очень сильно, то есть минималка что я жду, это где-то 2-3 доллара, то есть это самый худший случай, то есть текущих это x of 20, да, но как вы понимаете, монета может показать и более Е, поэтому тоже будьте к этому готовы, большинство людей, конечно, за такие отметки сейчас поржут и скажут, что 2 3x это максимум в этом цикле, но опять же таки я переждать не собираюсь, потом перезайдете на хаях, как говорится, да. Ну вот матик, я, допустим, не верю в большие иксы. Тут максимум 5-10 иксов, ну, может быть, 15 в лучшем случае. То есть до да, баксов 7 он дойдет, это уже будет отлично. По поводу BNB э, с эфиром, тоже, как я говорил, BNB не упадет, э, ну, у нас не закрепится, вернее, ниже 500 долларов, поэтому, как видите, так и происходит. По поводу эфира, ниже 3000 долларов он не упадет, его уже здесь выкупают, алой мы не обновляем, как вы заметили, я думаю. Ну и, в принципе, ситуация, да, она не, он не сразу пошел вот здесь вот у нас вот так наверх, но, как вы понимаете, что в любом случае коррекции были, здесь показали два раза вот такую формацию, а это говорит о том, что у нас тот же самый эфир у нас может очень сильно ебануть, поэтому тоже будьте к этому готовы. Вот, по поводу остальных CBDC монет, это такая монета, как Квант, тоже сильно недооцененная, может можно еще взять. Алчеми Пэй тоже можно еще взять. По поводу остальных монет, которые у нас там имеются. Это у нас получается, сейчас я вспомню, Ада Кардана получается у нас имеется. Тоже можно еще прикупить, но дно уже пройдено. Эвеленч. но Эвеленч можно, в принципе, еще взять. Не критично, скажем так. Ну и последняя монета, это получается у нас Вердж. Если посмотреть по поводу нее, то Вердж тоже можно еще прикупить, потому что потом будет поздно. По поводу новостей. опытные трейдер говорит, какой опытный, не знаю. То есть в чем у него там опыт, блять И где пруфы его опытности, ордеров ордера, то есть, мне самое забавное, знаете, что ну, смущает долбоебизме людишек, да что они не требуют от блогеров ордеров по поводу трейдинга. Ладно, инвестиции еще ладно, да. И то, как бы ну понимаете, некоторые показывают там сука, просто открывают там тот же самый CoinMarketCap портфолио, либо там какой-то блок фолио, или дропстап, или еще CoinStats, И говорят, вот мой портфель, блядь, Ну так ордера покажи там, ну как бы я показываю ордера, я показывал агдера неоднократно. То есть, и мне ну люди как бы не верят и рассказывают, что я там не сухуню там и так далее. Ну то есть. Я не собираюсь доказывать. То есть, мое дело, скажем так, ну, просто скажем так, взять, закупиться, да, а потом, соответственно, все это выставить уже на хаях цикла, потому что люди не верят, ну, это их право, то есть я не собираюсь никого переубеждать, то есть люди, конечно же, они, ну, любят тут вот это кого-то парафинить, блядь, и рассказывать, что типа, ой, Сань, да ты нихуя не закупался, та, что то что-то там это, что-то там то, блять но ну, а по факту пруфов они сами предоставить не могут, понимаете, потому что есть пруфы, есть там все остальное, ну, конечно же, проще пиздеть, чем предоставить реальные факты, потому что всегда Легко, вот это вот балаболи, те рассказывают, что типа да ты не закупился. Ну ладно, суть не в этом. И ä, покупает его ради большой прибыли, показывая прибыль от торговли 9 миллионов долларов. Ну, скорее всего, он зашел большим объемом, да. И мм MM Crypto, да, получается, известный сторонник, англоязычный блогер у нас. Ну и в принципе демонстрирует сделку на 9 лямов долларов. В посте выделил позиции с кредитным плечом, опять же таки, маржиналка или фьючерсы, да, XRP биток и эфир. Ну и в принципе, как вы понимаете, что получается открыл свою торговлю биткоином в феврале, когда стоил. 46 тысяч, бля, ну просто герои Некоторые открывали и по 20 тысяч, и по 15 Ну и поэтому открыл почти на самых Хаях, и типа нихуя себе, вошел с кредитным Плечом 17 иксов, блять И поэтому также еще исследовал Торговлю XRP и все еще не фанат он XRP, и говорит, покупаю ради прибыли, и, как вы понимаете, я также купил много XRP на споте, это рискованно и азартно для меня, я покупаю просто ради прибыли. Ну, то есть, опять же таки, этим уже все сказано, и, как вы понимаете, что покупать он почему-то его начал только сейчас. Ну, опять же таки, даже сейчас по 60 центов не поздно, но имейте в виду, что это сделано после роста. Далее, получается, ведущий экономист говорит, что XRP удивит многих сомневающихся, и с этим я абсолютно согласен, и он говорит о том, что действительно XRP удивит скептиков, да, и, получается, получается, после неожиданного прироста мм крипто получается, проявил интерес к XRP, да, вот, о чем бы речь, то есть, после роста он проявил интерес, о чем я сказал, ну, то есть, блядь, тут этих мразей вообще очень легко читать, потому что они работают тупо на рефералку, да, и я вам открою секрет, что практически все СНГ-шные блогеры, они заходят на фьючерсах на 10 долларов и просто ебашут плечи и скидывают вам проценты. Ну, это вам так, для понимания, практически все каналы так делают, потому что, блядь, они скидывают вам в долларах, а я показывал в роликах в долларах, сколько я захожу, да, я заходил там, на копейки по 10 баксов, но, ну, так же, как и те блогеры, но я хотя бы показывал это, да, что я завел там на BING X 500 долларов, блять, э, потайговал, понял, что нет смысла шахтить, потому что началась бычка и так далее, и все, не забил на это хек, но... Вам же они пиздят, что они там, блядь, ты что, заходят на такие суммы, хотя, по сути, они там на 10 баксов зашли, блядь, и просто вам проценты скидывают. Так ты скинь э, доллары, блядь. Ты покажи, насколько ты зашел, блядь. Понимаете, и как ты продержал эту сделку, сколько ты заработал. А то пиздеть вот так вот, ну, это все могут. Вот. Поэтому немного остынет, и цена упадет до 1 доллара. Ну, типа, упадет, он имел в виду э, рофлы, да. И скептики ждут еще больше сюрпризов. И я намекнул, что главное событие еще впереди. И также Микки Булл признал восходящий тренд. И говорит, что краткосрочная цель достиглась быстрее, чем ожидалось, вот, ну и в принципе, помечательный график показывает, что XRP находится в длительном нисходящем тренде до внезапного разворота в марте ну и в принципе, как вы понимаете, что скепки, э, скептики я думаю, действительно охуеют, потому что если XRP сходит хотя бы на 3 доллара то они просто, блядь, такие, ебать, я ошибся надо было покупать, бегом бегу тается. XRP нацелился на рост 23%, 74 цента, э, получается, поскольку новый двухнедельный восходящий треугольник близок к порыву, ну и как вы понимаете что э, там прорыв 23% это абсолютная хуйта. То есть это у нас говорит Карл Туземун, как вы понимаете. Ну а Карл Туземун зарабатывает тоже на эфералке Еще один очередной топовый блогер, да, у нас в англоязычном сегменте. Ну, как вы понимаете, топовый только по подписчикам. Долговая, долгосрочная консолидация. Он советовал монету Чия. Кстати, монета Каста. Есть такая ну, вот Каста это та же параша, что и Чия, понимаете, только англо в англоязычном сегменте. Вот. Долгосрочная у нас не Каспа, а Каста. Это две разные монеты. Консолидация скоро закончится. И получается говорит, что... Может повторить период, который был у нас в 2018 году, 3.8 доллара, хотя там 3.8 не было, по-моему, было 3.7 максимум или 3.5 даже. Вот, ежемесячный RSI готов сломать у нас 7-летний, получается, нисходящий тренд разня взрывной рост. Ну и как вы понимаете, что это тоже все не случайно, но как бы линия тренда может показать у нас как в 2017 году. Ну, в принципе, может быть, и ситуация абсолютно похожа. Держатели XRP и Шибарину страдают, блять, просто нравственно страдают. Но почему все оптимистично и говорит, что это признак серьезного прорыва. Несмотря на хаотичное движение в июле, как вы понимаете, ситуация в том, как биткоины, некоторые активы, так и тонкоины, эфир мы рост, то у нас, получается, в стагнации, сложные условия XRP и Shiba, хотя они восстанавливаются так же, как и остальной рынок, да, и для оценки настроения ключевой показатель рыночной стоимости к реализованной а, прибыли, да, и отрицательный у нас счет, как в случае с XRP и Zeshiba, что среднестатистические держатели в настоящее время находятся в зоне риска, да. Вот, и почему это оптимистично? Ну, как вы понимаете, что если толпа не верит в какие-то монеты, значит, надо их роста ждать. И в заключение затруднительное положение держателя можно рассматривать как инвестиционную возможность, поскольку рынок и продолжает укрепляться с их низкой ценой, определенно заслуживает рассмотрения. Ну, тут я согласен. И самое интересное, помните, я показал 2013 год, и даже в 2015 году у нас тот же самый XRP находился на втором месте, там эфир появился, ну, залистился в 2015 году, лайткоин был на третьем месте. Многие монеты, понятное дело, что скаманули и сдохли, но самое интересное, что, ну, WorldCoin это другой WorldCoin, чтобы вы понимали, потому что, видите, VDC, а не VLD, и XRP был на втором месте. Биткоин стоил 200 баксов, XRP 6 тысячных центов, лайткоин там 2 бакса, вот. Ну и многие рассказывают, что вот большая капа там и так далее, хотя капа крипторынка, как вы понимаете, была небольшая, ну и капитализация биткоина была всего лишь 2 миллиарда, ну, как вы понимаете, вот напишите мне в комментах, ну, вот хоть, од хоть один аргумент, да, и, ну, хоть один, ну, не то, что proof, а вашу точку зрения, вот многие говорят, вот большая капа будет, типа, до такой цены не вырастет и так далее, а где критерий, вот назовите мне критерий оценки капы, что вот это, вот эта капа, это большая, а вот это, это небольшая, и я уверен просто на тысячу процентов, что вы не сможете повести мне никакой аргумент, потому что нету такого Потолка, понимаете, капа может расти бесконечно. Почему? Потому что, во-первых, это просто цифра, то есть, это цена умноженная на количество монет в обороте. Да что капа считается всего крипторынка, что отдельно взятые монеты, чтобы вы понимали, то есть это просто цифра. Это не количество влитых денег. Если здесь написано 2 миллиарда, это не значит, что тут 2 миллиарда в битке. Тут в лучшем случае миллиард был тогда, а то и 30 процентов. То есть, примерно там, я не знаю, ну я не говорю, что 300 прям ну 300 миллионов может быть побольше ну как вы понимаете что на ли это была реальная оценочная стоимость понимаете и если просто сюда добавить вот к примеру тогда было 12 миллионов то есть половина битков, а сейчас уже где-то 19 с хуем то есть считай 20 то в два раза и была капа здесь 4 миллиарда а не два понимаете цену в два раза сделать было бы тоже 4 миллиарда а если здесь два и здесь два то это получается в 4 раза а в 4 раза это было бы 8 миллиардов вот и все поэтому ребят не питайте иллюзии и включайте мозги если вы не понимаете как работает капа но это ваша проблема вот, поэтому, и самое интересное в том, что большинство людей, они вот, вот этой вещи не догоняют. И критерии оценки капы, его просто нету. То есть капитализация, это вообще может быть до, усер, э, до усерачки лететь, куда киты захотят, туда и поведут. Вот, поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи, всем пока. Ну, я считаю, что XRP не просто так находится на рынке уже 10 лет, даже 11, и поэтому его продолжают хейтить, и он до сих пор, если открыть тот же coin CoinMarketCap уже свежий, да, то, как вы наблюдаете, да, там типа Салана обогнала BNB, но опять-таки, блять, обогнала насколько сколько? На 100 тысяч долларов, даже там чуть меньше. Вот, и как вы понимаете, если сейчас попает BNB, то Solana он тоже запросто обгонит. Поэтому вот это обгоняние, обгоны вот эти, блядь, по капе, это вообще смешно. То есть XRP, по сути, если убрать USDT и USDC, находится также там в топ-5 CoinMarketCap, а, ну, там в топ-6, хорошо, и находится там уже 11 лет, чтобы вы понимали. И поэтому почему-то оттуда не уходит. Наверное, потому что скам монета, да, но и поэтому некоторые говорят, что он не растет. Ну, я не знаю, наверное, долбятся в глаза просто, либо в уши. Ну, то есть... То есть, опять же, таки, для мне это непонятно, что значит не растет. То есть, ну, открываешь график, вот all. Нажимаешь вот, это не рост или что Он стоил здесь получается 20 центов Взлетал на 2 доллара, то есть 10x он показал Но ну, если ты блять слепошар или тупорылый Ну хорошо, здесь он взлетал 1.55 Это кстати пиздеж, ну вообще CoinMarketCap собирает информацию со всех бишь Но была цена не 1.56 На пике, была цена 1.97 Потому что многие помнят, что XRP Был на пике вот здесь 1.97 Но естественно, многие люди Не обратят на это внимание, они подумают А, XRP хуйня, вот смотрите 1.96.69 Ну почти 1.97, почти 2 да, копейку не дотянули, и о чем я речь, что здесь видите специально пиздят, а здесь получается была цена сколько нам показывают, здесь была цена у нас где-то в районе 3-2 доллара. Хотя на неких, некоторых биржах она достигала там даже, получается, даже здесь показывают 3.093. 093 то есть 3.1 1 примерно, да? Хотя на некоторых биржах она достигала там 3.2, 2 3,5, 3.7 7 даже, чтобы вы понимали, 3.8. 8 То есть, опять же, специально занижают. А зачем, для чего занижают? Вот даже вот здесь обратите внимание, когда XRP, когда XRP 23 там июля, э, вернее, 13 июля у нас подскочил, вот то тогда, соответственно, нам цену все равно занизили. Как вы понимаете, почему занизили? Потому что, чтобы толпа не купила. То есть, вот здесь, вот, если глянуть, вот здесь тем более даже даты как-то каиво расставлены. Вот видите, что цена была типа 70 центов. Хотя, по сути, цена здесь доходила, чтобы вы понимали, до 90% там 94 цента. Вот, вот эта вот цена, когда была вот этот вот памп, то, как вы наблюдаете, одной свечой мы достигали здесь 93.80, то есть 94 цента. А здесь нам пиздят, что цена была, получается, в районе там максимум, ну там, не знаю, 75 центов условно. То есть специально не дотягивает. А для чего это делается? Для того, чтобы вы не верили в эту монету. Совпадение ли это? Не думаю. Ну, а так как CoinMarketCap это тем более владение Binance, то они тут могут рисовать все, что угодно. Вот, поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи, всем пока. Ну и подумайте над полученной инфой.